Привет, с вами я, Алиса, и вы на моем ПЭЦ-канале. Да, давно не было видео со мной, но, в общем, сейчас происходит деление аудитории на детскую и всю остальную. У меня вот здесь вот ПЭЦ, тут вот где-то. Да, я взрослая, я в 8 классе, я на голову выше маму, но я все равно считаюсь ребенком, и, по крайней мере, до декабря месяца я буду появляться на канале, но мало. В основном мой канал будет вести питомцы и моя мама. Это новость номер один. И новость номер два. Как вы знаете, по рассказам моей мамы, у нас заболела Фанни. Мы ее лечили примерно месяц, но поскольку она была хомячком уже в возрасте, ну как бы 3 года это уже много, и Фанька убежала на радугу. Да, я знаю, это печальная новость и... возможно, даже обидное, но, по крайней мере, мне очень обидно и жалко Фани. Но все равно не надо отчаиваться. И я решила порадовать вас и купить нового питомца. Подпишись, даже если у тебя лапки. В том питомнике, в котором я покупала своего хомячка Орио, это единственный питомник в Крыму, кстати, очень хороший, я решила купить еще одного хомячка. Там есть два варианта, которые я решила подобрать. Первый – это рыженький хомячок Джунгарик, потому что в прошлый раз, когда мы делали голосование, то вам понравился больше всего рыженький, но к тому времени его уже забрали и остался только черненький и беленький. И мы решили взять черненького. А второй вариант – это серенький хомячок. Мне он очень нравится. Вот понимаете, вот очень нравится мне этот хомячок. Этот окрас называется сизый. Это очень редкий окрас. Просто очень. И мне он очень нравится. В общем, первый это вариант девочка, Джунгарик. Но прикол в том, что она, как и все джунгарики, будет линять. И из рыженькой она станет беленькой с рыженькой полосочкой. На брюшке. Ой, спинке. Чуть-чуть перепутала. А серенький хомячок это кемпик. И эта девочка не будет линять. Потому что кемпики не линяют. И останется такого же красивого серого цвета. И вот я разрываюсь между этими двумя вариантами. Потому что первое выбрали вы в прошлый раз. А второй мне очень нравится. В общем... я решила устроить голосование, и вы можете помочь мне выбрать хомячка. Голосуйте, пожалуйста, за серенького. Он классный, он красивый. Вот он. В общем, я оставлю голосование, и вы сможете выбрать помочь мне питомца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, подписываться на мой инстаграм, там вы сможете увидеть мои фоточки с питомцами, и не только с питомцами, и питомцев. В общем, вы там сможете увидеть просто мою жизнь. Так что подписывайтесь на мой инстаграм, а еще на мамин инстаграм тоже. Там она тоже питомцев выкладывает, и себя. Это было все, и всем изи-пока!